Всем привет, с вами я, Hollow Knight. И сегодня мы будем играть в Hollow Knight. Опять, да, второе видео за день. Погнали. Потому что мы тогда почти ничего не прошли. Тупо дошли до первого сохранения. И, в принципе, все. Так, спидран. И да, кстати, у меня что-то не работал рывок. Почему-то. Я могу его на S-ку поставить, к примеру. Ну, сейчас. S-ку. До сих пор не работает. Ладно, я все-таки его сейчас поставлю на Z. Так. Так. Погнали! Тихо. Забытая Ай! Так. И... Ух! Отлично. Главное не сдохнуть. Это самое главное. Потому что здесь очень легко можно сдохнуть. Чего я не сильно хочу. Так. О, отлично. Отлично. А туда не пойду. Не надо. Ух. Просто нам надо дойти. Просто надо дойти. Так, ну ладно, мы тут были. Вроде. Так. Отлично. Отлично. Хорошо. Погнали. Погнали. Второй раз подряд. Уже куда-то гоним, значит, нам... Ну ладно, там все равно что-то... Мы кого-то убьем. Надеюсь. Фух. Так, опять это девица. Там бывает. Чё, она мне скажет то же самое, да? Нет. У меня сохранилось все, видимо. Так, ну значит, можно никуда не идти, потому что. Потому что. Не надо было, в принципе, сюда идти. А, да. Такс, 4 минуты. 4 минуты прошло, 4 минуты играем. Да? А, нет, стоп, не туда. Фух. О. Хорошо, я вас мог их... Да ё-мо. Так. Каким образом я это сделал? Можете не спрашивать. Опа. Ух.
точно что-то есть. Так, ладно. Я пока что не хочу туда. Так. На. Не получается пробить. Понял, кажется. Так. Окей, туда надо. Ой, какой-то чел. Окей, какие-то новые враги. Новые опасности, так сказать. А вот это сейчас было опасно. А. Так, ладно. Сейчас, о, там монеточки. Это ух, это сложно. О, так. Хоть бы скамеечка была! О! А, тут можно фармить так хорошо. Нормально. Вот там кто-то сидит. Я только сейчас-то понял. Что там быть. Восемь восемьсот. Как тебе забраться? Она что-то такая. Я сейчас. Я запрыгну. Нет, не получается. Ну ладно. О, монеточка. Ага, они думали, что я ее не замечу, эту монеточку. Так, там была какая-то пчела. Опа. Реально пчелы какие-то. Так, я не остановлюсь, пока не убью их всех. Ага. Окей. Я хочу их всех перебить. И блин. Так. Ладно. Это даже непонятно что. Такс. Я пойду понизу, потому что чудеса, да, именно там. Испугался.
О, там Чацра. О, привет. Это очень красивые старые руины. Не стану тебе мешать. Признаться, я тоже люблю следовать. Нет больше удовольствия, чем потерять путь и обрести его вновь. Нам с тобой ужасно повезло. Я картограф, чем на жизнь и зарабатываю. Сейчас вот дорисовываю карту этой области. Хочешь купить копию моих набросков? Ну... давай. Улучшена карта. Вижу тебя. Да. Чоколе, керек, дис. Карта. Вещь довольно полезна. Но ее недостаточно, чтобы знать, где ты находишься. Если тебе нелегко ориентироваться на местности, советую купить компас у моей жены и Зельды. Она как раз открывает наш магазин карт в Грязьмуте. Грязьмуте. Будет продавать там всякие полезности для путешественников типа тебя. Порой она будет продавать мои старые карты. А, это та самая. Я понял. А я буду забегать, как закончу зарисовывать очередную область. Она всегда так рада меня видеть. Что это за звук такой? Можно его как-то взять? Нет. Окей. О, черт! Я испугался! Черви! Гребаные черви! Эй, это что-то опасное! Видимо, босс какой-то. Ага. Слизь. А муха. Окей. Окей. Здорово, чел! А! Что? Я думал, я допрыгну. И так без прыжка. Вот черт! Давай, прыгай! Давай! Ух! Охренеть! Почему настолько сложно-то? Окей. Ой, хух. Так. Там какая-то фигня. Я даже не знаю, как там ее взять, но окей. Ух, две жизни осталось. Две жизни! Так. Когда будет скамейка? О, а там много монет можно заработать. Я надеюсь, что сейчас будет скамейка, иначе... Иначе все будет просто... ужаснейшим образом отыграно. Ну да, я вот такие непонятные и не сильно умные слова говорю. Так, и давай. Ладно. А, да что за... Так. Не люблю такой вот платформинг с таким, ну, не сильно удобным управлением. Нифига себе, жесткий. Нет, монетки мои любимые. Там какой-то секретный... Черт, наверное, есть. О! А, еще больше монеток. А! О!
типа скип крутой такой, прикольно. Это ж хоть не кислота? Ура! Отдых! Отлично! Давай, вставай! И все, типа, дальше все. Ну, ребятки, я думаю, мы можем убить эту пчелу. Окей. Ладно. Какой-то... Я могу, типа, с помощью этих камеек... Ау! На! Что-то открылось, но я хочу сначала сохраниться. Нифига себе. Так, я сохранюсь. Никто не против. О, хорошо так-то отдохнул. Кстати, сохранение вот так тоже сработало. Это хорошо. Слушайте. Все, до свидания. Не-не-не-не. Хватит. Хватит, хватит. Так, окей. Я так понимаю, что скамейки, они не только нужны для сохранений. Я увидел то, что я когда выходил из игры, там я сохранялся. Все. Была иконка сохранения. Отлично. Бабах. Черви. Ладно, ладно. Так, там монетки, но я не буду их собирать. Мои любимые. Вот я смотрю на таймер и вижу, что этот ролик будет, скорее всего, длиннее, чем предыдущий. А! Ой-ой-ой! Боль! Беги! Беги отсюда! Тебе тут... Не-не-не-не-не. Идите вы куда подальше. От меня. И вообще... Вообще куда-то еще. Уходите. Там ёж. Я опять слышу гусеничку. Гусеничка, я иду тебя спасать. Здорово. Она орёт как собака. Так что у меня будет полное право называть её собакой. Наверх! Есть такой мультик, кстати. Правда, он там назывался... А-а-а!
это вообще-то, алло? Может мне еще дать скамеечку, авторы? Может подумайте об этом? Как бы мне надо сохраниться и восстановить жизнь. Я не против скамейки. А, она... Вот этот вот проход, он выглядит так, как будто... Как будто там босс! А не скамейка. Гоа, ну да, Элемек. Мне нужно было здесь какое-то время. Я решил, говорю, это мертвый мир. Твари, грохочет земля. А воздух такая густая, что хоть гвоздь вешай. Интересно, в чем причина всего этого? Да, понятно. Можно мне скамейку, блин? Так, стоп. Как я помню, скамейка находится влево на улице. Правильно? Алло. Я ведь... О! Вот! И там скамейка. Да. А, туда можно... О, здорово. Пафанава. Пафанава. Неужели кто за картами пришел? Вообще-то тут всем заправляет мой муж. Но он сейчас отправился вниз. Какая неожиданность. Он будет забегать и приносить в магазин новой карты. Но я предпочла, чтобы он проводил больше времени здесь, наверху. Не очень-то люблю торговать. Что ж, посмотрим, что я тебе могу продать. Капризный компас. Ага. Ладно. Не надо. Перо. Если захочешь нарисовать на карте только что найденные места, тебе это пригодится. Нет пока. Булавка, скамейка. Этими булавками можно отметить на карте скамейки другие места отдыха. А, во. Хорошо. Булавка кокон. Тебе когда-нибудь встречались те красивые голубые коконы? Нет? Я вот сделала булавки, чтобы их можно было отметить на карте. Эти коконы... Я не знаю, что это за коконы. Этими булавками можно отметить на карте торговцев. Ага. Горячий ключ. Я сделала эти булавки, чтобы отмечать на карте горячие ключи королевства. Сама никогда ни на одном не была. Метка скоробей. Эти метки появились у нас совсем недавно. Ими можно помечать на карте интересные места. Понятно. Эти метки появились... А, тоже интересные места. Ну, я бы просто купил капризный компас. Потому что... Предмет куплен. Спасибо большое! Кто ты? Сядьте на скамейку и откройте меню амулетов. Сейчас... О, отлично. Загадочный амулет. Ну что ж, посидим на скамеечке. Красота. Пока он сидит на скамейке, а он грустит, я с вами попрощаюсь. Всем удачи, всем пока. Это была вторая серия по Hollow Knight. И кажется, он засыпает. Ты засыпаешь, нет? Он же, наверное, заснет. Или как? Ну ладно, всем удачи, всем пока, да, я засыпаю. Он засыпает, ребят. Ладно, всем удачи, всем пока.